Здравствуйте, уважаемый, зовут меня Димон Ник, в игре Афреди Кинг. Давайте сегодня такое сделаем видео про ресурсы, кстати. Ну, на шутеринг эти разбогатеем мы, или нет? Вот раньше мы делали 06.11 видео, почему ресурсы стоили, и сейчас на начало сделаем. Вот только что у нас сегодня 11.11, вот приехали наши кнехты, и посмотрим на начало ресурсы, в середине и в конце, и посмотрим, смогли мы бы продать на ресурсы выгодно или нет, разбогатеть можно или нет. Так, ребята, вот, смотрим, сейчас я вам видео включим Тоя. Так, кусочек посмотрим. Это видео делается 06.11.2019. Когда приедут кнехты, мы сравним цены на вот этот, на металл. Это уже в прошлом, народ. И решим. Мы сегодня уже в будущем. Теперь будем туда. Сейчас мы и в будущем потом решим, стоило нам что делать, покупать, продавать весь склад, покупать ресурсы. Смотрите, металл был 3.32 за 1033.34. Ну, соответственно, мы посмотрим. Медь 2.70. Или нужно было наоборот закупить именно вот бензин 3.34, электроника 4.16. Ребята, вот записываем, смотрите, какие цены на ресурсы. Потом мы проанализируем. Вода 79. Что почем на 6.1. Все, посмотрели. Давайте вернемся сейчас, что у нас. Что у нас на первый день кнехта? Заходим на рынок и смотрим. Записываем, смотрим. Я там уголки где-нибудь сделаю ссылку. Но это, ребята, народ, первый день. То есть ресурсы, не знаю, сильно не должны подорожать. Вот бензинчик немножко подешевел. Медь. Вот. Так, контейнер. Ну все, народ, это мы ресурсы на первый день зафиксировали. Посмотрим, посчитаем, я здесь где-нибудь размещу ссылочку. И я так думаю, что на первый день нам сильно ничего не даст. Ну вот, как вы все видели, что 13 дней и 7 часов. Посмотрим ближе к середине, там на 8 день, когда достанутся почем, и уже к конце. И сделаем выводы. Так что, народ, спасибо за просмотр. Давайте будем дальше играть в рулетку красавицы на счет ресурсов. До свидания. Приятных просмотров, лайки, подписочка, если есть возможность.